Горожан поздравляли со сцены, десятки творческих коллективов пели песни, танцевали, водили хороводы. С яркими номерами выступили артисты всех возрастов. Мы очень гордимся, что живем в России. В этом городе. В России. В России и в этом городе. Наш коллектив с радостью дарит вот эти концерты нашим горожанам. И мы каждый год готовим новые номера. Но с нашего пути, который мы любим, это путь нашего народного танца, мы ему не изменяем. На празднике устроили не только народные гуляния. Несколько номеров посвятили истории России, в том числе коснулись 70-летия со Дня Победы. Я получила колоссальное удовольствие. Мы пришли, у нас тут никто не выступает, мы просто узнали и пришли. Молодцы, так на таком уровне, шикарном. В этот день праздника России, праздничный концерт, праздничное настроение. Рядом с внуками, с детьми. Великолепно. Мы очень рады. Мы посетили вот с внучком концерт. Нам очень понравилось коллектив. Ну, праздник такой. Всех с праздником, короче говоря. Нам очень понравилось наш праздник. Россия. Мы любим Россию, правда? Свою родину любим? Да, любим. Руководители Центра культуры в Находке занимаются и патриотическим воспитанием молодежи. В преддверии праздника для школьников и подростков города провели встречи, где рассказали о главных символах страны. Ольга Адаменко, Павел Михайлов, «Панорама».